Девочка прячется. Ты злой? Кофе не пил. Ты злишься? Злишься. Кофе не пил. Злишься. Ты злишься, потому что Ляля красивая? Ляля очень красивая. Ну, спасибо, вы нам романтик. Спасибо. Спасибо большое. Мне зимой несказанно повезло выиграть розыгрыши с посещением кафе «Крендель». Спасибо организаторам, спасибо самому кафе. И вот, посетив, приехав снова в Питер, мы решили теперь уже самостоятельно. Погода не изменилась, тогда мы съехали. Ну, погода — это такое дело, от нас не зависит, но... Мы пришли вновь насладиться вкусным кофе. Спасибо. Спасибо. Вау, Вовочка, что ты празднуешь? Первый день осени? Так как он идет дождь?
принесли для прекрасного продолжения дня предсказания. Нет, я не увижу, прочитай. Для прекрасного продолжения дня принесли два печенька с предсказаниями. И мне тут попалось: не надо быть великим, чтобы начать, но надо начать, чтобы быть великим. Ну вот начинай копать канал. Канал? А ты свое откроешь? Почему? Сейчас для выручки. Каждый день новая страница жизни. Напиши ее красивым почерком. Спасибо, Крендель. Очередной раз удивили. Мамочка сказала зажечь предсказание, чтобы оно сбылось. Еще что-то. Я говорила, что я пожар устроила. Наоборот, да.